Дорогие друзья, в этом ролике вы познакомитесь с кратким содержанием сказки «Каменный цветок» Павла Бажова. А начнем мы наше знакомство с главных героев. Прокопьич – мастер малахитных дел, суровый, но добрый старик. Данилка – недокормыш, скромный парень лет 12, сирота, ученик Прокопьича, ставший великим мастером. Хозяйка Медной горы, волшебница, обитающая в Змеиной горе, владычица самоцветов. Барин – богатый хозяин, которому принадлежали крупные залежи малахита. Приказчик – исполнительный помощник барина, жадный, злобный и недалекий. Катя – невеста Данилки, милая, добрая, любящая девушка. А теперь перейдем к краткому пересказу произведения «Каменный цветок». В сказке «Каменный цветок» идет речь о сироте Даниле, который стал мастером по резке малахита. Но его творческая натура хотела достичь большего. Он хотел освоить уникальное, никому не изведанное, благодаря которому пришлось отказаться от земной жизни. На одном уральском заводе работал пожилой мастер малахитных изделий Прокопьич. Барин приказал ему обучать молодое поколение этому нехитрому занятию. Но ни один из мальчишек ему не подходил. Ни в одном из них не видел он способности. Поэтому всем надирал уши и наставлял шишек на лоб. Со временем дети стали его бояться. Да и родители не хотели отпускать детей на такие муки. Постепенно время дошло до 12-летнего сироты Данилки. Когда он помогал пасти коров, то во время пастбища любил мечтать. Один раз он так замечтался, что от стада отбились несколько коров. Пастуху и мальчику пришлось отвечать за такой проступок. Когда барин замахнулся на Данилку, он не проронил ни слова. Тот разозлился и стал бить его сильнее и сильнее до тех пор, пока мальчик не потерял сознание. Выходила его одна знахарка, которая рассказала о том, что в Малахитовой горе растет каменный цветок, а с наступлением змеиного праздника он набирается силы. Ходила легенда, что если человек увидит этот цветок, то всю жизнь будет несчастным. Когда мальчик поправился, решено было отдать его на учебу к Прокопьичу, науку. Так как Данилка был сиротой, мастер сразу его полюбил. Своих детей у него не было, а жена умерла. Старик решил его откормить, одеть, освоить, а потом уж и обучать малахитному мастерству. Мальчику очень понравилась работа, но от малахита было много пыли, которая засоряла легкие, поэтому Прокопьич решил оградить его от мастерства. Однажды приказчик заметил, что мальчик болтается у старика без дела. Все ходит, мечтает. Он решил проверить, чему тот обучился за время, проведенное у Прокопьича, и удивился, когда Данилка показал свое мастерство. На самом деле он многое освоил, показал настоящий талант. С этого дня мальчуган стал со скоростью делать изделия, но мастер просил его не спешить. В свободное от работы время юноша учился грамоте и вырос красивым и видным парнем, кудрявым и веселым. Приказчик именовал его мастером и рассказал о нем барину. Тот дал юноше задание – сделать чашу из малахита, дал чертеж и приказал, чтобы Прокопьич ему не помогал. Приказчик поместил его у себя. Сначала Данилка делал работу медленно, а потом устал и сделал все очень быстро. Далее нужно было сделать 3 чаши. Мальчик изготовил их с такой скоростью, как одну. Приказчик понял, что Прокопьич водил его за нос и донес все барину. Тот велел обоим мастерам сделать чашу за неограниченное время и предоставил чертеж. После того, как Данила выполнил задание, чашу ему не припало к душе. Он видел в ней одни завитушки, поэтому решил переделать все по-своему.
С этих пор парень стал грустным и очень задумчивым. Он хотел найти на лугах такой цветок, чтобы по ему подобию сделать свою чашу и показать всю красоту камня. Ходил и ходил, выбирал цветок дурман, но перед этим решил сделать заказ барина. Прокопьич увидел, что парень задумал нехорошее дело, и предложил ему жениться на красивой девушке Кате, которая давно положила на Данилу глаз. Когда чаша была готова, Данила пригласил старых мастеров и Катю, чтобы отпраздновать это дело. Один из учителей поведал ему историю, что тот человек, который увидит всю красоту камня, навсегда попадет во владение хозяйки. Данила, когда это услышал, сразу забыл о свадьбе. Когда он занимался поиском малахита для дурман-чаши, голос подсказал ему подняться на Змеиную гору. И перед глазами промелькнул образ женщины. Делал он свою чашу, но ничего у него не получалось. Но потом все вышло. Он решил жениться. Свадьба была около Змеиной горы. Когда парень присел отдохнуть, вышла к нему хозяйка, которую Данила узнал по малахитовому платью. Предложил он красавице показать малахитовый цветок, но та сначала не соглашалась. Но Данила настаивал, и волшебница повела к кустам, похожим на бархат. Насмотрелся парень на красоту и вернулся домой к жене. Но не было у него покоя. Потерял он радость к жизни, разбил чашу и исчез навсегда. Никто его больше не видел.